Всем привет! Тренировка будет посвящена игре против самых слабых игроков за столом, тех, для кого покер – развлечение. Конечно, против фишей лучше всего подходит грамотный волейбеттинг, но все же случаются моменты, где блеф тоже будет правильным решением. Смотрите в новой тренировке от PokerAbility разбор как тех, так и других ситуаций. А полный вариант этого видео доступен на сайте PokerAbility со статусом «Мастер». Приятного просмотра!